Это выставка World Food 2022, и с нами Виталий Нестеров, компания Virus. Виталий, мы уже с вами знакомы по прошлым выставкам, но давайте расскажем, может быть, для тех, кто забыл, или для тех, кто, может быть, впервые слышит о таком продукте, что вы нам сегодня принесли. Да, напомним о себе, что наше производство производит съедобные и биоразлагаемые стаканчики для горячих напитков. То есть можно пить спокойно чай или кофе, или ребенку какао и молоко, и потом спокойно перекусывать. Это натуральный продукт, никаких Е-добавок, сделано по особой технологии. Может быть, нашим зрителям не видно, но я со своей точки вижу, что внутри стаканчика, вот в некоторых есть какая-то черная, такое напыление, или как вы меня поправьте, это разные вкусы, насколько я понимаю. Да, все верно. Вот здесь как раз, если взять этот стаканчик, он внутри темный. Это как раз именно шоколад покрыт для того, чтобы придать дополнительный вкус. Тот, кто не хочет это классически, да, допустим, пьет кофе и не хочет другого вкуса, он напивает. Детям нравятся немного другие какие-то оттенки, да, то есть если он пьет молоко, просто стандартного вкуса, а оно теплое, немного разогревает шоколад и придает вкус уже получается молоко как с шоколадом. Скажите, пожалуйста, это весь ассортимент, и что изменилось вообще с прошлой нашей встречи, есть ли какие-то новинки? Да, это стандартный ассортимент, 4 вида, как классический ванильный, белый, темный и карамель. И в новинках у нас, может быть, месяца через 2-3 будет появляться с покрытием кленового сиропа. То есть мы нашли хорошего производителя натурального сиропа в России. Уже с ним оговорили условия сотрудничества, и мы хотим этот преподнести новый такой вкус на рынок с нашим стаканчиком, потому что мы хотим их еще и увеличить в размере. Если сейчас он 200 миллилитров, мы планируем уже сделать индивидуальный станок на 350 миллилитров. Вы упомянули производителя кленового сиропа из России, а сейчас компоненты, вообще сырье, все тоже российское? Мы как и производили свой продукт все-таки еще в Молдавии, потому что рядом была у нас Европа. По этой ситуации в Европе, конечно, мы видим, что энергоносители дорожают, но от экологии они пока не отказываются. Но теперь мы, конечно, планируем после доработки оборудования все-таки еще на предприятии в Молдавии закупить уже в Россию и работать уже на рынке Азии, потому что и Китай, и Индия, и другие азиатские страны тоже смотрят на экологию и рассматривают нас продукты, конечно, узнают, когда же вы все-таки запуститесь в большем объеме, и они готовы сотрудничать по нашему направлению. Здорово, могу вам только пожелать успеха в вашем расширении, уверен, все пройдет у вас гладко, спасибо вам большое. Да, спасибо огромное, и к этому хотел бы еще добавить, что нас рассматривают теперь необычно, не только как с чаем и кофе, напитками, а есть предложение от некоторых производителей делать как термостатный йогурт с пребиотиком, делать паштет Риец в съедобной биоразлагаемой упаковке, возможно, делать стаканчик уже с кусочками рыбы и сделать стаканчик уже не только сладкий, а возможно, как снэк. Попил пиво, покушал рыбу и закусил стаканчиком. Так что мы планируем развиваться здесь и смотрим, кто из первых партнеров появится, и, возможно, они получат эксклюзив на эти направления. Здорово, планы амбициозные, звучит, по крайней мере, очень вкусно. Удачи вам еще раз, спасибо. Да, спасибо огромное, так что надеемся, что это появится уже повсеместно. Да, спасибо.